Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате фуразолидон. Фуразолидон выпускается в виде таблеток. Действующее вещество – фуразолидон. Это антибактериальное лекарственное средство группы нитрофуранов. Препарат применяют для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также кожных покровов. В частности, при бациллярной дизентерии, тифе, паротифе, энтероколите, лемблиозе, диарее, инфекционной этиологии. Препарат также применяют для лечения пищевых отравлений. При трихомонадной инфекции, в том числе трихомонадных кольпит, а также вагинит, уретрит, цистит и пиелит. Препарат применяется для лечения пациентов с инфицированными ранами и ожогами. Таблетку рекомендуется глотать целиком, не разжевывая, запивая большим количеством воды после приема пищи. Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента в зависимости от характера заболевания и личных особенностей пациента. Противопоказанием является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Препарат противопоказан пациентам с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Препарат не применяют для лечения детей в возрасте младше 1 месяца, нельзя людям с лактозной недостаточностью. Препарат в период беременности и лактации следует принимать строго по назначению лечащего врача, который должен тщательно взвесить ожидаемую пользу для матери и потенциальные риски для плода. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк! Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.